Всем привет! Сегодня мы будем шить вот такое красивое платьице на пупсика. Привет-привет! И сейчас мы вам покажем, как легко и быстро шить такое платьице, чтобы у вас все получилось. Приступаем за работу? Да. До этого я шила комплектики вот на таких пупсиков. Пупсики называются Нинес Денил. Этот пупсик 21 сантиметр, это 26. Они разного размера, естественно, выкройки разные. Но шьются комплектики все аналогично. Здесь у нас комплектик с панталончиками на резиночке. Одевается все легко. Платьице с рукавом фонарик тоже на резиночке. Платьице распашное, без подклада. Шьется все быстро. Внутри все красиво. Горловиночка обрабатывается косой бейкой. И на кнопочках. Ну, можно, конечно, было на пуговках, но маленькое изделие лучше здесь на кнопочках сделать. И такое же платьице на пупсе 26 сантиметров. Также рукав фонарик. Но здесь у нас трусики вместо панталончиков. Тоже на резиночке. Одевается легко. Также платьице распашное. Все так же шьется. Еще для этих пупсиков шила такие вот шляпки с дырочками под хвостики. Но по шляпкам уже отдельно будем шить шляпку на другого пупса. И покажу, как эти шляпочки шьются. И такой же комплектик хочу шить. Платьице, панталончики, трусики на Бэби 45 сантиметров от Паола Рейна. Платьице хочу шить из такого сатина, вот с такими вот ягодками. И панталончики будут у меня зеленого цвета. Ну, здесь есть такой вот цвет. Поэтому подобрала такой в горошек. Будут у меня панталончики. А трусики сделаю, чтобы вам показать, как их шить. Вот из такого вот, в розовый горошек. Такой сатин можно приобрести у Александры Османовой. Очень хорошо шьется. Сатинчик гладкий, на ощупь, не жесткий. Прям шить одно удовольствие. Вот эти сатинчики тоже от Александры Османовой. Ссылочку на Александру вы найдете под описанием этого видео. А куколки от Евы Крамер. Ссылочку на Еву Крамер вы найдете под описанием этого видео. И еще сшила вот такой комплектик нижнего белья. Плавочки и топик на этого пупсика. Специально делала выкройку. Как делать выкройку, я много раз показывала, много видео у нас есть. Как шить нижнее белье на Бэби Бона, на Готс, на Паола Рейна. Можете посмотреть, кто не видел. Выкройку на такого пупса нижнего белья вы найдете в альбомах нашей группы. Группа называется «Машенька. Шитье и выкройки». Выкройки для такого платьица, для трусиков, панталончиков я уже построила. В предыдущих видео я уже показывала, как строить основу на платьице, рукава, на куколок. Поэтому сейчас на этом зацикливаться не будем. Выкройки готовые будут у нас уже в группе, в альбомах на этого пупсика. Выкладываем все на ткани. Я уже раскроила. Полочку я раскраиваю в разворот, потому что мне так удобней. Найти рисунок. Вот у меня ягодки будут на грудочке. Делаем припуски по плечевым швам, по проймам, по боковым швам и по низу лифа. По горловинке я делать припуск не стала, так как у меня обработка идет косой бейкой. Если у вас обработка идет обтачкой, то обязательно делаем припуск 0,5 сантиметров. Или если вы обрабатываете лиф подкладом, тоже делайте припуск везде. Припуски делаем небольшие, по плечевым швам, боковым швам примерно 0,7-0,8 сантиметров, а по пройме для кукол лучше всего делать 0,5-0,6 сантиметров. Больше не надо делать этого припуска. По низу можно сделать 1 сантиметр. Далее у нас спиночка идет. Спиночку обрисовываете. Также делаем припуск по плечевым швам, пройме, боковым швам, низу. А также прибавляем по спиночке на застежку 1 сантиметр и под борт 2 сантиметра. То есть под борт у нас получается застежка плюс еще 1 сантиметр. Увеличиваем застежку в 2 раза. Вот таким вот образом. Далее у нас рукав. Рукав фонарик
Сначала я построила основу рукава, а потом уже развела и получился рукав-фонарик. Как такой рукав-фонарик делать выкройку, я тоже показывала уже несколько раз. Поэтому сейчас готовую выкройку берем, обрисовываем, все отмечаем, середину, где у меня полочка будет, всегда отмечаю. Делаем припуски по окату рукава. Припуск делать большой не нужно. Надо его делать такой же, как по проймам, чтобы у вас точно совпало. Больше его делать не надо, 0,5-0,6 сантиметров. По боковым швам можно 0,8 сделать и по низу где-то сантиметр. Ну, в зависимости, что вы будете по низу делать. Либо вы будете обметывать и пришивать кружево, либо подворачивать закрытым срезом, либо с открытым срезом. Все это уточняете уже. И потом делаете свои прибавки. Либо 0,5 сантиметров вы делаете, либо 1 сантиметр по низу. Рукав у нас две детальки идет. Выкраиваем лицевыми сторонами вместе. Спиночка тоже идет две детальки. А вот полочка у нас идет в разворот или со сгибом выкраивать. Сгиб посередине. Ну, это по модельке. Если у вас здесь застежка попереду, то делаете застежку, как на спиночке мы сделали. А спиночку тогда со сгибом посередине делаете. Следующие у нас панталончики. Панталончики я выкроила тоже две детали вместе. И на кулисочку сразу прибавила. У меня чуть-чуть выкроила побольше, поэтому вот так вот смотрится. Но на выкройке я вам дам все как надо, потому что мне надо посмотреть, как будет на куколке это смотреться. Но лишним не будет сборочка. Они же будут собираться свободненькие, поэтому вот таким вот образом. И припуски я сделала по шву сидения 0,8 сантиметров, по боковым швам 1 и по низу тоже 1. Но это будет все зависеть, как вы будете обрабатывать низ панталончиков. Ну и также кулисочка у нас будет. Кулисочка будет чуть выше. Но это уже по пупсику тоже посмотрим, как. Чтобы вставить резиночку, сразу раскроила, цельнокроенная. А трусики выкраиваются вот таким вот образом. На сгиб ложим. Деталька у нас одна со сгибом. Сверху прибавила еще 1 сантиметр, по боковому шву 1 сантиметр и по пройме 0,5 сантиметров, чтобы нам обработать зигзагом. Потому что я буду обрабатывать зигзагом пройму, подогну и зигзагом обработаю. Больше тут не надо. Начинаем с платьицы, соединяем детали полочки и спиночки, складываем лицевыми сторонами, соединяем плечевые швы. Сначала я сметываю, а потом уже стачиваем на машинке. Можно сколоть булавочками, кому как удобно. И второе плечо также. Прошиваем на машинке. Я прошиваю плечевые швы от проймы и потом возвращаюсь, рядом строчку делаю назад. Ниточки закрепляем. И нам надо усилить под борта. Выкраиваем из флизелина полосочки шириной, как под борт, 2 сантиметра. И длиной уже смотрите по вашей выкройке. Приклеиваем утюгом. Обметываем срезы на оверлоке. Плечевые швы должны смотреть на полочку с изнаночной стороны. И также срез под бортом. В
Вот так должно получиться. Хорошо, надо все отутюжить и сразу заутюжить под борт 2 сантиметра. И чтобы нам все подкорректировать, складываем пополам и корректируем лишнее, срезаем. Можно сразу подкорректировать и пройму. Для обработки горловинки нам нужна косая бейка. Можно взять готовую, а можно выкроить из такой же ткани. Я предлагаю из такой же ткани обработать. Получается аккуратно и красиво. Для этого нам надо сложить под углом 45 градусов ткань и выкроить полосочку шириной 2,5 сантиметра. Для куколки хватит такой ширины. Обычно 3 сантиметра выкраивают. И по длине, ну вот примерно вот разложить нашу горловинку, чуть-чуть побольше должно получиться. Выкраиваем. Под борт надо нам подколоть с одной и с другой стороны. Прикладываем косую беечку к изнаночной стороне лицевой стороной. Отступаем 0,5 сантиметров от края, чтобы у вас на подгибочку оставалось. И приметываем. Когда будем приметывать по закруглениям, немножечко косую беечку подтягивать. Вот так должно получиться. Прошиваем на машинке. Где-то я делаю 0,4 сантиметра от края. Сметочку удаляем, ниточки срезаем. Я делала закрепки в начале и в конце строчки. И сейчас нам надо выметать нашу косую беечку с изнаночной стороны. Выметываем. И этой же ниточкой продолжаем. Сейчас будем подгибать край. Подгибаем край 0,5 сантиметров, как бы заглаживаем его пальцами. Далее подгибаем сверху 5 сантиметров. И чтобы наш краешек был чистым и красивым, аккуратным, мы его вот таким вот образом подогнем. Смотрите внимательно, как бы складываем к нашему краю и вот этот вот 0,5 сантиметров подгибаем под этот заворот. Вот так должно получиться. И тогда у вас будет этот край красивым. И дальше приметываем нашу косую бейку так, чтобы шов вот этот вот притачивание закрывал. Чтобы его видно не было. Все проверили, все у нас чисто и красиво получается. И тогда уже приметываем дальше. Закрепляем край. И приметываем дальше так, чтобы у нас сметочка шла рядом со сгибом, а здесь на 0,1 от края.
С другой стороны уголочек делаем также. И хорошо надо все отутюжить. Отутюживаем горловинку, не натягивая. Вот как ложится горловиночка, так и утюжим. И после этого прошиваем на машинке отделочной строчкой. Сметочку всю удаляем, ниточки выводим на изнаночную сторону, закрепляем и прячем. И с другой стороны также. Хорошо отутюжить. Горловиночку я отутюжила. Далее приступаем к обработке рукавов. Для этого нам надо сначала обработать низ рукава. Низ рукава можно обработать разными способами. Можно обработать мелким зигзагом, как вот на этом платьице я обработала. Можно пришить тесемку или кружево красивое. Или подогнуть, просто подогнуть с открытым или закрытым срезом. Я буду обрабатывать красивым кружевом, вот таким вот. Подбираем цвет, какой вам больше нравится, или с красненьким можно. Но вот мне больше всего нравится с желтым цветом, желтыми кружочками. Поэтому я буду пришивать вот такое вот кружево. Обметываем нижний срез на верлоке. Отутюжить обязательно, чтобы ничего не тянуло. И можно пришить кружево прямо на обметку, чтобы не подгибать. А можно сначала подогнуть низ и пришить кружево, кому как удобно. Я буду пришивать вот таким вот образом. Но сначала приметаю. Лишнее обрезаем. Пришиваем на машинке отделочной строчкой. Сметочку удаляем. Я уже удалила. Ниточки от строчки выводим на изнаночную сторону. Так как эта строчка отделочная, на ткани ее закрепками не закрепляют. Мы закрепляем узелочками и желательно ниточку спрятать в строчку. И срезаем. С других сторон также. Ниточки все закрепили, теперь надо хорошо отутюжить, но смотрите внимательно, такое кружево может прилипнуть к горячему утюгу. Смотрите, чтобы утюг был не сильно горячим. Далее мы будем пришивать резиночку по низу рукава, чтобы получился вот такой эффект рукава фонарика. Здесь у меня тоже такая же резиночка тоненькая. Вот она. Ее можно пришивать как зигзагом, а можно и вставлять в челнок, кому как удобно. Пришивать я буду с изнаночной стороны. Сантиметр от края ткани. И пришивать буду зигзагом. А потом натягивать ее. Либо можно взять бельевую резинку, обычную бельевую резиночку. Померить по куколке ручку и затем пришиваем с натяжкой эту резиночку тоже зигзагом,
с изнаночной стороны. Выбирайте ваш вариант и пришиваем резиночку. Я буду пришивать вот такую резиночку, а потом ее натягивать. Чтобы было вам легче пришивать такую резиночку, отступите от края ткани 1 сантиметр, нарисуйте линию. И я не буду ее пришивать до конца, где-то на припуск наш. Вот наш припуск. И от этого припуска буду пришивать резиночку до следующего припуска. Резинка будет проходить в серединке строчки зигзаг. По настройкам зигзаг у меня был на единичке, это частота, и на 2,5, это ширина строчки. Ниточки от зигзага выводим на изнаночную сторону, закрепляем и прячем в строчку. Это делается для того, чтобы у нас потом строчка долго продержалась, то нам тоже может распуститься со временем. И другие ниточки также. С изнаночной стороны зигзаг я прошивала белыми нитками, а с лицевой стороны у меня нитки в тон нашего платьица. И чтобы у нас получился рукав-фонарик, нам надо эту ниточку-резинку стянуть. Ну, стянуть по ручке. Она хорошо тянется. Смотрите, не перетяните только. Надо, чтобы с каждой стороны вставались хвостики для завязочки. Или можно на самой ручке потом подтянуть по куколке. Оставляем пока резиночку так, потом подтянем. Резиночку мы пришили, обработали низ рукава. И чтобы нам втачать рукав-фонарик, нам надо проложить две строчки для сборочки. Первая строчка будет проходить как бы не от начала, а вот это расстояние вот от середины и до бокового шва как бы делим на три части. И вот от этой 2/3 части будем прокладывать строчку. Первая строчка будет идти от края где-то 0,5-0,4 сантиметра. И вторая строчка будет идти чуть подальше. То есть между этими строчками будет проходить строчка втачивания рукава. И также с другой стороны 2/3 части вот этой. Прошиваем крупной строчкой. И через расстояние еще одну строчку. И собираем сборочку, сразу тянем за две ниточки, чтобы была равномерная сборка, до середины. И сейчас с другой стороны также берем две ниточки и стягиваем равномерно. Вот так должно получиться. Далее мы прикладываем наш рукавчик. Меточка у меня крестик, это к переду, значит, не перепутайте. И серединка идет к плечевому шву. Прикалываем наш рукавчик в пройму. Сначала серединку, а затем боковой шов к боковому шву. И уже смотрите по сборочке, либо прибавляете сборочку, либо ее немножечко распускаете.
чтобы у нас рукавчик хорошо сел в пройму. И также с другой стороны вметываем. Чтобы рукав у нас хорошо ложился, надо его вметывать мелкими стежками, так как это изделие очень маленькое. И чтобы сборочка у нас равномерно ложилась, ее вот так иголочкой можно равнять. Иголочки убираем и другой рукавчик также вметываем. Другой рукав вметываем также и прошиваем на машинке по сметке. Сметочку удаляем. Ниточки от машинки срезаем, так как я делала закрепки в начале и в конце строчки. Все контрольные меточки тоже удаляем. И строчку от сборки тоже удаляем. За одну ниточку тянем, и она выходит. На другом рукаве я также сделала. И сейчас обметываем срезы со стороны полочки и спиночки. Вот так у меня получилось. Почему именно с этой стороны надо обметывать? Потому что наш припуск уходит на рукав. И этот припуск будет как бы держать нашу сборочку, чтобы рукав-фонарик вот таким вот образом держал форму. А если припуск будет в эту сторону, то фонарик не получается. Будет вот такая вот сборка. Поэтому припуск должен заходить на рукав. Обязательно по боковым швам заутюжить припуски на рукава. То есть с изнаночки это вот так выглядит. И по спиночке также, чтобы вам легче было здесь прошивать. И сейчас складываем. Соединяем боковые швы. Сначала можно сколоть, потом сметать. Так проще будет прошивать на машинке. С другой стороны также. Сметала я с другой стороны, примерила на куколку, все отлично сидит. И сейчас прошиваем на машинке прямой строчкой с двух сторон. Обметываем боковые швы. По правилам обметывать боковой шов надо на полочку, но у нас боковой шов идет с рукавом, поэтому мы будем обметывать на спиночку, чтобы вот этот шовчик шел на спиночку и его не было видно. Обметала я боковые швы, но резиночки эти не срезала.
Так что смотрите внимательно, мы их будем еще подтягивать и завязывать узелком. А сейчас нам надо ниточки от оверлока спрятать. Прячу я крючком, вот таким вот. Очень удобно. Ниточки по низу срезаем, а по рукаву ниточку закрепляем, вставляем в иголку. Еще раз закрепляю, чтобы уже наверняка. И вот этот наш припуск подгибаем на спиночку и пришиваем. Аккуратненько пришиваем потайными стежочками, как вам удобно. Заутюжили боковые швы на спиночку. И сейчас можно наши резиночки закрепить. Я уже подтянула как мне надо по ручке куколки, примерила. Завязываем узелок, можно на 3 раза. Но если вы бельевую резиночку пришивали, то уже завязывать не надо. И немножко срежем, чтобы хвостики оставались. Их видно не будет. С другой стороны также. Рукавчики и горловинка готовы. И сейчас нам надо подкорректировать низ. Складываем пополам. Корректируем, то есть лишнее срезаем. Скалываем булавочками. И сейчас нам надо раскроить полотнище юбки. Сейчас я покажу и расскажу 2 способа, как можно выкроить сразу же на ткани полотнище юбочки.